Привет, с вами Уварова Вера, и я вам сейчас хочу рассказать еще об одной возможности на сайте avito.ru. Я думаю, все уже познакомились с этим сайтом, как мы подаем объявления и так далее. Но я хочу вам рассказать еще про одну возможность. Опускаемся вниз, нажимаем объявление. Пишет, выбираем категорию. Нас интересует резюме. Нажимаем резюме по всей России, либо по определенному региону, какой хотите. Выбираете сферу деятельности, например, консультирование, да? График работы удаленная. Возраст, какой нас интересует, от 25 до, скольки, допустим, ну пусть будет до 43, зарплата непонятна, образование, пол, значения не имеет. Нажимаем «Найти». Ну и вот девочка, например. Еще работу на дому. Нажимаем на нее. Мы. И нажимаем написать сообщение. Пишем, как меня зовут. Вера, да? Пишем email. Любой. Пишем сообщение. Вот сюда им можно писать сообщение именно ссылкой на ваш блог, что «Добрый день, я реальный человек, предлагаю вам работу, не выходя из дома, вот здесь ссылка, шаблон у вас будет в инструкциях, либо спросите у своего вышестоящего спонсора, он вам даст этот шаблон, вводим код безопасности, нажимаем «Отправить». И вот этому человечку ушла наша информация. Вот. Можно, рекомендую открывать сразу несколько, чтобы вот так не клацать туда-сюда обратно, а клацать. Открыть в новой вкладке. Открыть в новой вкладке. И вот здесь открываете и по порядку всем пишите. Какой лимит вот этих сообщений, я, к сожалению, не знаю. Ну, попробуйте, экспериментируйте. Вот, удачи вам!